Какие гоблины? А кто это? Такие зелененькие ивентовые. А, этот, эльфы. Я вот думал, эти. Это гоблины. Вы не имеете ни одного пэта. Понятно. Да, не повезло тебе. Написано Майк Рейнбоу. Ты приходишь сюда, только не нажимай. Почему? У меня самый крутой вот. У тебя есть Рейнбоу пэты? Ну, прям супер пэты. Ты где? О, я тут. Всем привет, сегодня... А, стой, надо звук подрегулировать. Всем привет, сегодня мы будем играть в Pet Simulator X. Всем привет. Так, я вижу у тебя какие-то, ну прям супер пэты. А, кстати, про это, я видел людей, у которых пэты делают по 30 там миллиардов или еще что-то. И когда я наводил на пэта, там было написано... А, Dark Matter. Да, Dark Matter. Это как? Идем, я сейчас тебе покажу. Куда тебе пишется? Так, телепортируемся в Dark Tech. Третий мир. Третий мир? Короче, третий мир, Dark Tech. А, вот. А, такая штука. Так, нажимай на Make. Нажимай на Make. Ага. У тебя есть Rainbow Pets? Конечно. Нажми на одного любого. Ну, нажал, который 2 миллиона. Сделай, нажми Convert. 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 Еще теперь. А. Теперь в Вив зайди. Зашел. Вот, он теперь будет. Там нужно 7 дней вроде бы ждать, или 5. 5 дней. Да, и когда эти 5 дней пройдут, ты возьмешь, он станет Dark Matter, и, например, у меня 5 миллиардов, да? Он станет 15 миллиардов. О, круто. Так, да. Ну я тут поставил уже парочку пэтов, штучек 6. 3 Амогуса и, ну, еще 3 каких-то. Ага, они называются, не знаю. А, кстати, какие пэты у тебя? Да, у меня показать? Да. У меня вот такой самый крутой. Стоп, у тебя вот. У меня самый крутой вот. Он Dark Matter на 77 миллиардов. Это смотри, это как у меня, да? Вот я смотри, я тебе показываю. Да, только у тебя золотой. А мне вот, если Dark Matter поставлю, что-то будет? Да, такой же, как у меня. Либо 76 миллиардов будет. Сейчас я попробую-ка. А я его не могу Dark Matter'ом делать. Там только радужных вот этих петов можно. А где мне такого только радужного взять? А не золотого. Идем на первый мир и на так. На Майн. На пятую локацию. Так, ну у меня туда телепорта нет, я его куплю. Ну все, я на пятой локации. О, я тут тоже вижу такая штука какая-то. Вот, написано Майк Рейнбоу. Ты приходишь сюда, только не нажимай. Почему? Там 13%, чтобы он Rainbow был. Ты должен 6 поставить, чтобы 100% было. А как 6? Например... А, понял. Но если у тебя 6 таких голденов будет, то 100% будет, ты нажмешь, и у тебя появится Rainbow такой. А то я вон там тоже, вначале там было золотое, я туда ставила своих пэтов, они исчезали куда-то. Да, не повезло тебе. Я туда что ли, вот эти, которые есть же легендарные печеньки, которые дают 2 миллиона 800 тысяч. Да. Ну, 2 миллиарда. Вот я их туда поставил, что ли, штук 8 потом. Ну, по очереди, и у меня ни одного золотого. Сейчас я пойду туда, вот, в шоп, и вот тут оно. Вот почему тут нарисовано поставить пэтов. Вы не имеете ни одного пэта, понятно. Я, по-моему, сейчас хочу нафармить, чтобы сделать этого рейнбоу пэта. Так как не надо мне золотых гоблинов взять побольше. А там только золотые, да, можно? Какие гоблины? О, кто это? Такие зелененькие ивентовые. А, этот, эльфы. Я думал, это гоблины или тролли. Ну, может быть и гоблины. Или эльфы. Я не знаю, кто это, если честно. Сейчас посмотрим. Я хочу сейчас обычных поставить. Мне даже дать тебе двух таких. А тут только золотых можно ставить. Ну, я пойду золотых тогда делать на первую оказ. Но у меня чуть-чуть не хватает. Ну да. Не, не так работает. Я бы тоже хотел бы, чтобы так работало.
Так, у меня 4 золотых. Так, а вот тут нет. Еще надо. Я попробую золотого сделать из шанса 63%. И повезло. У тебя ранг какой? Ранг? Insane Hacker. О, Insane Hacker. У меня ZPS. Так, мне не хватает одного золотого пэта, чтобы сделать рейнбоу. А куда нужно заходить, чтобы рейнбоу делать? Просто локация. Пятая локация. Так. Первый мир. Пещера, ага. Ни у кого не завалялся золотой питомец. А, я его могу обменять на кого-то. Ну просто мне может не повезти с шансом 12%. Че, рискнуть? У тебя 12%? Не надо, я сейчас тебе давай дам. У меня 5 пэтов, но одного не хватает. 5 пэтов, одного. Ну, в принципе, можешь только удачи сразу подруби. Ультра и обычную. Не, мне может не повезти, я боюсь. 88%? Да. Ладно, ну, сейчас включу меня... удачу. Я один раз взял леку под прикол, просто в голду машину засунул 13%, и у меня получилось. И у меня тоже. Я ничего тоже не подрубал там. И у меня тоже один раз. Там задание такое вроде бы есть. Сейчас я сделаю. Задание. Удачу такое включать, да? Обычную, а? Супер, ультра. Ну чё, я делаю супер пэт с помощью... И обычную, и ультра. 88%. И... повезло. Нет, повезло, да. У него 7 миллиардов. А ты засунь в дарк машину. А, точно. Третья локация... третий мир. Эй, третья локация... Я там все заполню под 3 миллиарда. Я потом сделаю, через 5 дней. А. У меня машина полная. Ладно, тогда давайте этот завтра продолжим. Но мне уже пора, давайте в следующий раз продолжим. Как раз он придет, откроем банк. Ну, ладно, пока. Посмотрим, что такое банк. Ладно, пока.